Будучи в отъезде или на работе, вы не сможете обеспечить регулярный полив и тем самым загубите свои посадки. В этом случае неотъемлемым помощником является система автоматического капельного полива для теплиц. Вариантов от российских производителей очень много, но не все тщательно продуманные. Мы выбрали самый удобный и правильный полив – водомерка. Полив осуществляется капельным путем, прямо непосредственно под корни растений, теплой и прогретой водой. Тем самым берегутся листья от сгорания и растения от болезней. В комплекте есть все необходимое. Фитинги с возможностью раскладки системы полива на 2 или на 3 грядки. Достаточное количество усов капельниц хватит на все растения. Шланги качественные, без перегибов и защемлений. А теперь мы устанавливаем капельницы. Необходимо шланг от капельницы надеть на капельницу с резьбой. Вода будет поступать по направляющей прямо под корни ваших растений. Одеваем. Прилагаем небольшое усилие. И устанавливаем капельницу к главному шлангу. Оп. Наша система готова к поливу. Вставляем капельницу под корни растений. На конце подающего шланга, для того чтобы из системы не утекала вода, шланг идет в загиб и одевается специальный фиксатор. После этого система готова к использованию. Также можно закрепить специальным фиксатором. Система водомерки подключается от бочки. Сначала врезается специальный фитинг с силиконовой прокладкой, чтобы в этом месте не было протекания. Дальше идет у нас с вами краник подающий, подключается фильтр тонкой очистки и специальный таймер. Это самое интересное место водомерки. Здесь можно выставлять время полива, как долго поливать, и интервал, через сколько поливать. Поставили 2 показателя и спокойно уехали на работу или на отдых. Данной бочки хватает, в принципе, для эксплуатации на неделю, на 2. Вы можете спокойно отдыхать, а система полива за вас работает. Мы не стали делать отверстия в поликарбонате для того, чтобы ввести нашу систему полива внутрь теплицы, а пропустили ее под нижней планочкой. Таким образом, у нас получилось эстетично и аккуратно.